Татьяна Романова возвращается домой. Спустя 4 сезона она вновь будет защищать цвета родной команды «Динамо» Казань. Татьяна Романова, 24 года, связующая, рост 182 сантиметра, чемпион России и дважды бронзовый призер Суперлиги. Волейболистка сборной России, принимавшая участие в матчах чемпионата мира, Лиги наций и Гран-при. Важный факт, что Татьяна родом из Казани и начала заниматься волейболом в ДЮСШ «Юность», после чего в 2011 году пополнила состав молодежной команды «Динамо Казань», в которой отыграла 2 сезона. После года, проведенного в Волгодонске на правах аренды, Татьяна вернулась в «Динамо» и в 2015 году стала чемпионкой России. Правда, тогда еще совсем молодая связующая не часто выходила на площадку. Сейчас же все изменилось. 4 сезона Татьяна провела в арендах, имея при этом долгосрочный контракт с «Динамо Казань». 2 года Романова выступала за подмосковное «Заречье Одинцово», а с 2017 года была игроком «Уралочки НТМК», в которой под руководством Николая Васильевича Карполя выиграла 2 бронзовые медали чемпионата России. Причем последняя была добыта совсем недавно, в начале мая, как раз-таки в бронзовой серии против казанского «Динамо». В 2012 году Татьяна дебютировала в составе молодежной сборной России, а спустя 5 лет, в 2017, сыграла за главную команду страны, в составе которой участвовала в розыгрыше Гран-при Лиги наций, а также приняла участие в чемпионате мира в Японии. В этом межсезонье Романова уже успела сыграть за сборную на первом этапе Лиги наций, а мы с нетерпением ждем возвращения Татьяны домой. Ведь именно здесь, в Казани, что немаловажно, Татьяна начинала свою волейбольную карьеру, в которой осенью 2019 года начнется писаться новая глава. Добро пожаловать домой!